Академический, теперь официально. Новый престижный статус Республиканский театр оперы и балета получил в свои юбилейные 65 лет. Он был открыт в 1958-м, в дни празднования образования Коми-автономии. Тогда на подмостках состоялась премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин». А после яркой страницы в истории театра стал 1991 год. Тогда народная артистка России Ия Бобракова стала одним из идейных вдохновителей и организаторов фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкар-Сатулыс», который сначала имел статус всероссийского, а спустя два года стал международным. Чем сегодня живет оперный, узнала Виктория Палкина. Успеть выйти на распевку, пока свободная сцена, проверить весь диапазон голоса и ждать новой встречи со зрителем уже за кулисами. Солистка театра, лауреат международных конкурсов Яна Пикулева. В программе юбилейного концерта заявлена с одним из любимых номеров. Третья песня «Леля» из «Снегурочки». Премьера этой оперы была в 2013-м. Сама Яна в труппе театра с 2019-го. Зритель ее знает как горячую Кармен, Церлину из «Дон Жуана». Это каждый раз удивительно. Ты выходишь на сцену и вправду, по правде, ты не видишь зрителей практически, но ты чувствуешь их отношения. И ты чувствуешь, что вот насколько ты себя, получается, подаришь людям, настолько в ответ тебе тоже они подарят свои аплодисменты. После грима забежать в балетный класс. Перед юбилейным концертом особое волнение, признается Роман Миронов. Да и у самого артиста театра в этом году юбилей на сцене. 20 лет назад уроженец Сосногорского Нижнего Одесса пришел в труппу. Ромео, Щелкунчик и самая яркая роль – Егморт. Самому же артисту ближе другой типаж, например, из вариации «Вешние воды». Более такой динамичный, там, поддержки на вытянутые руки, на одну, на две. Партнерши там летают. Первые зрители на юбилейный концерт пришли аж за час до начала. Для многих это здание 1969 года постройки уже стало родным. Самые преданные поклонники театрального искусства не пропускают ни премьер, а их за 65 лет было более 200, ни фестивали. И всегда кажется, что зрительный зал на 766 мест в такие дни тесноват для сыктывкарской публики. Театр сегодня является очень современной, очень востребованной площадкой театральной, где воспитываются души молодых жителей Республики Коми, города Сыктывкара. Уверена, что у театра очень длинное и счастливое будущее. В программе юбилейного концерта 28 номеров. На сцене заслуженные народные артисты, лауреаты международных конкурсов и те, кто только начинают свой творческий путь. Здесь разнообразие жанров, сочетание классических традиций и новаторских идей. То, за что зритель и любит наш театр оперы и балета. В этом сезоне зрителей нашего театра ждет много новых интересных творческих проектов, гастролей на нашей сцене звезд российских театров. Но сначала праздничный юбилейный концерт и большой подарок к большой дате. Отныне театр оперы и балета в новом статусе. Очень ярким и очень долгожданным подарком в этом году правительством присвоено звание театра оперы и балета академический. Виктория Палкина, Владислав Кульчицкий, телеканал «Юрган».